Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названием... Как игра там называется? The Fjord. Three Fjord. Three Fjord. Ну, короче, как-то так. Окей, что у нас с вами есть? У нас с вами есть эмблема глаза, рисунок, доски у нас еще одной нету. Вот как раз и она. Все, тогда мы можем идти дальше, наверх. Я не знаю, пока что мы с вами будем играть без карты, и пока что я могу все запомнить. Но когда у нас пойдет уже в эту сторону, потому что мы уже с вами сделаем сейчас доски, а мне по-любому проход здесь везде откроется, будет немножко сложновато разобраться, где что и вспоминать. Поэтому, ребята, вы будете мне помогать. Ну, как помогать? Я буду тупить просто на одном месте 30 минут, заканчивать серию, вы будете мне говорить... А ты сделай там. Я буду это проходить. Опять тупить на 30 минут. Ну, как обычно. А, вот для чего молоток. Ну, хоть как-то сделала, слушайте. Эмблема змеи. Так, моя сестра была одержима книгами и та-та-та, судя по огромному та-та-та, та-та-та. Мы типа просто добавили, да? Для чего моей сестре столько книг о магии и демонологии? Так, еще очередной рисунок. Я помню этот снимок. Девушка сделала его. Подожди-ка, в доме же больше никого не было. Кто же тогда стоит в окне? Мать всегда держала второй этаж закрытым. Нам было запрещено туда подниматься. А прикиньте, если у нее все-таки есть еще третья сестра, которая, ну, не вышла. Ну, знаете, как эти обычные хорроры. Давайте сделаем сюжет насчет того, что у нас есть какая-то сестра, да, родная сестра, которой нам никогда не говорили. Она жила в подвале, либо где-то на чердаке. Девочка это знала, но никто не говорил, после чего девочка переехала с семьей, и девочка осталась там. Я не помню, кажется, такой где-то фильм был. После чего девочка эта пришла домой, в это здание. Бла-бла-бла-бла, она искала, за ней охотился призрак, в конце казалось, что призрак, наоборот, хотел ее защитить от чего-то другого, и ныне еще мифического злого. Она провалилась в какую-то шахту, нашла кости сестры и поняла, что это ее сестра. После чего призрак уродливой девочки принял облик нормальной девочки и, так сказать, изнесся. Не помню, как фильм назывался. Не суть. Лево, право, давайте сюда. Ага, с той стороны не дает дверь открыть. Ясно. Стоп. С какой стороны? Мы здесь. То есть мне вообще туда входа не будет. Ну, думаю, начнем с самого обычного, со стола и... Будем, короче, по часовому двигаться. Стол. Ясно. Секретно закрыт на кодовый замок. Трезубец. Ну, короче, альфа, гамма и все остальное. Так, еще одно изображение чего-то. Для чего мои сестры столько магии и демонологии это было? Похоже, что не хватает элемент. Элемент круглый. Но я думаю, это точно не отсюда, значит, глаз. Ого, неплохо фонарик. Фонарь это неплохо. Все окна заколочены, бессмыслица какая-то. Закрыто. Где же ключ? Не знаю, о каком ты говоришь ключе. Я хочу посмотреть, что вот это стоит. Какая-то панелька. Все окна заколочены. Что здесь? Юная... О, тут они. Юная Холли. Мне было 11 лет, когда умерла мать. Хизер сказала, что это... Я нашла тело, но я этого не помню. После этого жизнь будто остановилась. Ничто не осталось прежним. Я пыталась все исправить, починить дом, починить нашу жизнь. Я хотела все сделать лучше, но дверь
В ее комнату осталась закрытой. Девушка и бабушка ссорились больше обычного. Вскоре дедушка стал жить в мастерской, а потом скончался. После этого заболела бабушка, так что нам с сестрой пришлось переехать в школу-интернат. Так, они оба винили друг друга в смерти нашей матери. И к чему это привело? Когда умерла бабушка, я отправилась строить свою собственную жизнь. Ладненько. Так, я не знаю, может микрофон немножко к себе, типа как-то поставить так... Блин, хер знает, я хочу сделать так, чтобы просто щелчков не было слышно, потому что они слышны всегда. Там что-то запуталось. Что-то запуталось, у нас ничего такого нет, у нас есть только фонарик. О, стой, я могу объединять? Пока что еще нет. Пока что нас еще этому не научили. Потому что сколько видел видосика своих про ассасин, клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-лап. Либо про Ahead in Time, то же самое. Потому что, ребят, это Bandicam, я так пытаюсь звук подстроить так, чтобы не было слышно щелчков. В Bandicam нету такой функции, как шумоподавление. В OBS есть, но я OBS не использую, потому что там файлы очень нагружены. На этом можно сделать четкий звук, но... не хочу. Не хочу этим всем делом заморачиваться. Окей, где мы? Значит, нам нужна будет веревка, чтобы спуститься на кухню. Там что-то блестит среди деревьев. Туалет. Луна сегодня огромная. Здоровенная. Мне понадобится гаечный ключ, чтобы снять решетку. Так, кусачки, кусачки, кусачки. Не помню, для чего могут вообще быть. О, змейки. Так, стопе. А, я могу менять местами. Так, это не совпадает, это не совпадает. Ладно, будем смотреть по делу. Ну, это совпадает, но... нет. Идеально. Готово. Клим-пим. Готово. Идеально. Как говорится, сезам, откройся. Аккумулятор. Аккумулятор, батарея, машина. Так, хорошо. Это для того, чтобы мы запитали с вами вот эту херню. Батарея, хорошо, лампочка. Сложно. Не угадываю, я сразу вот так перелетаю, потому что ходить... Я забыл, чтобы не ходить. Здесь решетка окна. Если я смогу найти гаечный ключ, я смогу снять ее. Под ультрафиолетом видно гораздо больше. Это символы. Точно что-то означают. Трезубец. 9-0. ГЗ. А, так оно сюда поставилось. А, подожди, это еще кликать. Если это кликать, вообще легко. 9-0 ГЗ. Поисковая бригада, активируйся. Так, во-первых, что мы тут видим странное? Летучая мышь. Шпага, трость. Тут можно безопасно сжечь что-нибудь. Мне нужно найти ключ.
Колокольчики пропали. Календарь, записи, змея, весы. Сюда можно поставить гирю. Ящик без ручки. Надо его чем-то поддеть. Почему чертовски неприятно? Бутылка воды. Пилочка для ногтей. Тут можно безопасно сжечь что-нибудь. Сжечь. Подожди, что-то я видел. Видел что-то. А, показалось. Тупая летучая мышь. О, письмо. Вопрос, чем я сожгу? Для чего мне пилочка? Окей, нам нужны спички. Нам нужен ключ. Печки подпалить. Потушить. Взять ключ. Открыть ключом. Готово. Во-первых, веревка, которая нам в дальнейшем пригодится. Мне нужен только небольшой кусок веревки. Нифига себе. Так, это может быть полезно. Я согласен. Почему я не могу веревкой привязать здесь что-нибудь к чему-то? Давайте думать. Кусачки. Для чего могли бы мне пригодиться кусачки? Мне нужен гаечный ключ. Гаечный ключ у нас был только... Так, давайте, где бесполезные комнаты? Это бесполезная, бесполезная. Пока что бесполезная. У телевизора осталось только вот это вот место, но мне нужна отвертка. Точно, что-то я туплю. Подожди, балкон, фонарик. Почему я не могу фонариком посветить вниз и узнать, что там внизу? Странно. Думай. Давайте начнем от морозильника. Тут тоже отвертка пригодится мне только. Что это? Будто это лоза. Лоза тут растет? Блин, здесь нужна эмблема. Здесь заржавел. Могу их кусачками.
ручек не хватает. Ручки не хватает. Немножко раздражение бросает. Ладно. Здесь у нас активности нету. Здесь есть это. И все. Блин, можно это как-то сделать так, чтобы оно мне не мешало вообще? Оно мешает. Бесполезно, бесполезная комната. I know what me didn't. Здесь у нас ничего нету. Подожди, холодильник. Паутину мы не уберем? Я не знаю, если это не пол... Да. Веревка выглядит как не кусочек, а как здоровая веревка, с помощью которой можно спуститься со второго этажа на первый этаж, чтобы узнать, что же там было. Отлично. Где там мой холодильник? Так, отвертка. Непонятно что. Так, а теперь давайте гадать. Какая это отвертка? Ну, похоже, это обычная, ну, типа, X-образная. Ой. Прямоугольная. Отвертка. То есть не X-образная. Но такой же отверткой можно тоже откручивать. Ну да. 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 Да, есть шанс, конечно, сломать отвертку, но... Плевать? Нет? Не плевать? Так. Здесь у нас было... Что? Дверь. Отлично. Садовые ножницы пригодятся. Как всегда нужно делать. Начинайте с чего-то, что может подойти. Ну, допустим, я всегда начинал с уголков. Потом просто объединял рисунки, которые можно объединить. Так, белое это вот это. Сначала объединяйте понятные рисунки, а потом уже кусочки. Карета. Дорога. Так, готово. И что мы сделали, что нам дали? Керосин. Бензин для зажигалки. Керосин. Простым словом. Что мне дала эта мозаика? А-а-а. Картинка была разорвана. Хорошо, что я смогла собрать ее. Почти как детский рисунок. Но немного странный. Немного странный по звездам. Если это 4, 4 и 5, 20. Хотя внизу тоже крестики. Потом разберемся. Ну,
за нами кто-то следит. Кажется, там кто-то есть. Да ладно. Могу поклясться, тут кто-то был секунду назад. Кто бы ты ни был, похоже, что он остановился за мгновение до меня. Шелест листвы почти заставляет меня забыть о том, что я здесь. Интересно, как остальные могут жить своей жизнью, просто наслаждаясь ей? Интересно, как там Холлин? Мне так жаль Хизер. Ей было здесь так одиноко. Одиноко. Бинокль. Все больше и больше вопросов мне остается нахера. Будь у меня веревка, я могла бы ее опустить туда. Да. Ножницы. Ножницы, ножницы, ножницы. Ручка от колодца. Тут еще что-то есть? Нету. Ладненько. Стоп, давайте смотреть по вещам. Что у нас здесь? Ручка от колодца используется на колодце. У меня есть еще есть отвертка. Для чего нам отвертка? Мне понадобится гаечный... А, тут гаечный ключ, точняк нужен, но я уже про него забыл. Я не знаю, часы она открывать не хочет. Но отвертка есть отвертка. Я должна попробовать что-то другое. Что? Кусачки. Нет. Бинокль на балконе использовать. Как квест, музыка он пугает. Опять она... Что она... Я, блин, прокликал. И что? Ну, я вижу. О, как раз отвертка туда мне пригодится. Так, осталось понять, как туда попасть. Надо... Так, на нагробном камне изображены часы. Может быть, положение стрелок важно? Возможно. Возможно. Фонарик. Кусачки. Так, ладненько. У меня вопрос, для чего мне... Бензин. Для зажигания. Не сдвинуть с места. Вот у меня бесполезный пока что фонарик. У меня, короче, бесполезно все, кроме ручки от колодца. И сейчас мы поняли, что нужна отвертка. Хотя навряд ли на грубе нужна отвертка. У нас еще, чтобы вы понимали, закрыто 3 комнаты. Но потом немного станет полегче, мне кажется. Так, у нас еще целый сейф. Давайте, что у нас осталось? Здесь нужна X-образная отвертка. Здесь у нас нихера. Здесь у нас нихера. Здесь нужен ключ. От двери. Но ключей у нас нету, как мы понимаем. То есть это место такое здесь. Банка. Банка. Надеюсь, я открою и не ее с червями.
Заржавел. Так, ну откру... Отвертка. Я все перепробовал. Я перепробовал все, что здесь можно было попробовать. Смотрим дальше. Что тут еще есть такое возможное? Чайник. Вода все еще идет. Я могу набрать здесь воду, если... Если намочить что-нибудь... А, или намочить что-нибудь. У нас здесь ничего такого нету, что мне бы пригодилось. Подожди, а это не открывается? Нет, не открывается. Вот, есть еще что-то, но оно не берется, вот. Какая странная штука, похоже, не хватает одной ручки. Ручки, карандаш. Для чего мне карандаш? Фонарик. Ладно. Кто-то с той стороны не дает двери открыться, что непонятно. Больше здесь взаимодействий никаких нету. Книги, книги, сейф. Все. Туда никак. Ничего. Ладно. Думаем, думаем, думаем. Шкаф, кот. Возможно ли кот это как раз те звезды? А, то есть я не могу вообще ничего вводить даже сам, пока я не найду то, что я ищу. Ноль проблем, окей. Отковыряй лед. Ну хоть что-нибудь, я не знаю. Карандашом потыкай. Здесь ничего активного нету. Остался только колодец. И все. Пути куда-то дальше тоже нету от колодца. Снова. Я видел какое-то движение среди деревьев. Ладно, давайте. А, тут даже... Зачем мне это сейчас? Сначала надо опустить ведро. Ведро, которое у нас замерзло. Да? Да. Я понимаю, я могу взять подсказку, но я хочу сам додуматься, попытаться понять. Как мне разморозить эту херовину? Лед... Ладно, бензин для зажигалки. Зажигалки у нас в данный момент нету. Отвертка. Это... Х-образная. Где у нас были отвертки вообще? Подождите. Отвертка у нас здесь, но здесь Х-образная. И все. Начнем с первого этажа. Да ладно. Я видела один и тот же повторяющийся сон. Что-то типа госпиталя, все в крови. У меня есть странное ощущение, будто я была там ранее. Это место кажется знакомым, но я не помню, чтобы было там хоть раз. Какая-то бессмыслица. Похоже на страницу из дневника моей сестры. Прямо как в моем сне. Чем больше, тем более загадочней. Заколочено. Почему я не удивлена, да. Решение найдено. Оказывается, тут был еще ящик. Сейчас тогда быстренько все сделаем. А сейчас за $1 даже кофе себе не купишь. Бесполезная прищепка. Я думала, тут будет нечто более ценное. Губка. Губка, губка, губка.
Шкаф грязный, говорили. Губка сухая, не беда. На кухне кран есть с водой. Я вообще удивлен, что тут хотя бы что-то работает в плане света, воды. Я думаю, эти числа являются кодом. Я тоже знаю, что это код. Теперь. А, сейф. Не тут сейф. Чик-чик-чик-чик-чик. 17-23. Блять, пролетел. Отлично. Пылесос. Опа. Отверточка. Не зря она мне нужна была. Ага, карета. К рисунку немного, вы понимаете, это подходит. Стрелка часов. И что? Далее. Окей. Вот эта сраная карета мне нужна для того, чтобы мы с вами на камне узнали, что там на камне. Либо для чего-то еще. Окей. Это мне карета. Часы, но часы у меня закрыты, потому что у меня нету X-образной отвертки. Да. Мне нужен специальный ключ. Даже не отвертка, а ключ. Ну блин, слушайте, время подошло к концу, поэтому давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.